Сегодня я вам расскажу о радиоприемнике переносном Speedola 231, Рижский радиозавод. Данный аппарат был переделан. Переделан под расширенный FM, также подсветка зеленая, желтая и синяя подсветка спереди. Также переделаны диоды установлены, когда ловишь волну, они загораются. Телескопическая антенна. Ручка для переноски. Сейчас проверим работоспособность. Вопросы отличные и деньги приличные. Друзья, наш замечательный актер театра и кино, продюсер, теле и радиоведущий Леонид Ярмольник сегодня отвечает на ваши вопросы и благодаря вашему любимому ведущему проигрывает уже 6000 рублей. Жена мне с собой дала 5. Ну, вам придется... Я буду должен. Вот звонок жене можете сделать. Давайте, вгоняйте меня в долги, вгоняйте. Слушайте, я хочу вас спросить, Леонид, как у вас обстоят дела с агротехникой? Знакомы ли вы с ней? Увлекаетесь ли вы ей? Агротехника? Да. А что называется агротехника? То, что пашет, то убирает, стрижет, да? Ну вот, да. Ромкость. Ну, газонокосилка, я знаю, что такое, да. Переключение диапазонов. Ловишь волну, не загораются. Твоя тетя Лена. Хочу поздравить весь коллектив нашего. Тут свел, но не давал семян.